Доброго времени суток, народ, с вами, как обычно, Джесс, и мы продолжаем проходить Binding of Isaac Afterbirth Plus. А сегодня у нас будет достаточно необычный забег с вами. Дело в чем? Нам нужно разблокировать пару очень специфичных... вещей. Ну, во-первых, конечно, таблетку новую. И во-вторых, что более важно, режим реран мы должны открыть, который позволяет, по сути, сделать, полностью повторить последний забег. Ну, за исключением, конечно, того, что никакого прогресса в нем уже сделать нельзя будет. Ой, и Джера, прекрасно. PhD. Тоже я не могу отказаться. Something's wrong. Нет, я даже есть ее не буду. Не могу отказаться от PhD. PhD хорошо. А, этот мисклик. Ладно, не страшно. Не страшно. Вот. Так в чем сложность, спросите вы меня? Сложность в том, что нам придется около 2 часов бегать по этажам. В Afterbirth Plus добавили опцию победного круга. Если доходишь до темной комнаты, убиваешь Лэмбо, то тебе предлагают сделать так называемый победный круг. Тебе сохраняют весь твой билд на первом. На первый раз. А на второй начинают отнимать предметы. Ну, видимо, это сделано для балансировки, чтобы люди не собирали вообще там какую-то совсем уж жесть и не бегали потом бесконечно, я так думаю, наверное, для этого. Поддельные пенни очень хорошо для нас. Очень полезно. Это радует. Жалко, конечно, что мы так Джеру просрали. Бездарно, абсолютно. Так, а где может быть мой секрет? Он либо... Я бы сказал, что он здесь. Нет, значит, с другой стороны, и я остался без секрета. Ну и ладно. Так вот, о чем это я? Этот победный круг нам нужно будет сделать 3 раза. После первого у нас отнимут... Ой, ну, то есть мы перейдем на победный круг, да. У нас ничего не отнимут сначала. Потом мы пройдем еще раз до Лэмбо, выйдем на второй победный круг. И там уже... Там уже у нас отнимут 5 предметов, причем абсолютно случайных. Это могут быть там, грубо говоря, все... увеличители нашего урона или что-нибудь, ну, вообще грязно может быть. Ох, сквизи. Взять D6 с собой и не видеть никакого смысла что-либо реролить. Очень, очень хорошо пока что все идет. Пара сердец для нас тоже полезна на следующий этаж. Так вот, после прохождения второго победного круга, то есть это уже 3-е прохождение будет, нас превратят в лоста. Здорово, правда? И если я не ошибаюсь, то нам надо будет пройти им еще раз. Я думаю, использую эту возможность, чтобы... Посмотрим. Но вообще я хочу использовать эту возможность, чтобы убрать делириума за лоста. Все остальное, блин, классно, я на костер напоролся. Надо немножечко меньше задумываться. Ужасно. Убрать делириума за лоста, посмотреть. Да. The body.
отличная штука, как видите, у нас... Нет, не успею. Ах, сука. Как видите, у нас стало довольно много здоровья, которое мы сможем... Что-то за комната вообще. Которое мы сможем, ну, скажем, дьяволу отдать. Самое оптимальное. Очень... Так, а может быть и не будет никакой сделки, если я не перестану получать урон. Самое оптимальное, конечно, было бы найти Goathead где-то. Как-то. Не знаю, как и где. Но это было бы прекрасно, потому что тогда у нас были бы гарантированные сделки, и мы бы с вами... Так, а давайте попробуем найти здесь немножечко черного здоровья. Энсус. Ну, давайте. Так, там мини-босс. Нам далеко вообще идти? Да не особо. Возможно, я зря потратил бомбу, и я сейчас найду камень помещенный. Ну, ладно. Пока ладно. О, нет. Это было близко. Ближе, чем я люблю. Так, жердяйки, ну давайте вы отъедете, а? В общем, это будет очень долгое видео. Я даже немножко сомневаюсь, надо ли его выкладывать. Потому что действительно будет очень-очень долго. Умри. Так. Пустите меня. Сукины дети. То есть, ну, в лучшем случае, часа два. Это будет продолжаться все. Фактически стрим. К концу я, скорее всего, буду такой. Я уже такой. К концу буду совсем убитый. Тихо. А, возможно, у меня по классике ничего не получится. Я сейчас отъеду через два этажа и плюну на это все. Сделаю как-нибудь потом. Завтра там, послезавтра. Блин, спокойно. Бум. Еще здоровье. Нет, его я уже хотел бы прервать. О. Нет, не хотел бы. Уже передумал. Так, ну. Ладно, я не вижу, почему я должен не взять кота. Ладно, ладно. Не страшно, да, я потратил два сердца впустую. Да, да. Я это понимаю. А, так, пойдемте теперь сходим на мини-босса, на случай, если там какой-нибудь Envy, например, который может дать нам что приролить. Хорошо, что у нас теперь есть полет. Хорошо, что у нас есть Deadcat. Мы не хотим тратить Deadcat до упора, как можно дольше. Ни одной жизни буквально. Нет, это не Envy. Но этот может дать Bob's Rotten Head, что тоже не так плохо. Перестань это делать, у меня нет столько урона, чтобы тебя... Вот, молодец. Спасибо. Извинения приняты. Немножко... О, собака. Собака проснулась. Я немножко некомфортно себя чувствую без... 14. Так, ладно. Теперь мы уже точно заходим в магазин. Я немножко некомфортно себя чувствую без бомб. О, смелтер. Нет. Смотрим, что еще есть. И Champions Belt был бы... Блять, что ж я наделал, твою мать. Ну, в любом случае, я так и не нашел еще одного пенни, так что расстраиваться не из-за чего, но это было ужасно. Никогда больше так не будем делать. Так, тем временем у нас 9 минут, катакомбы 1, мы довольно медленно движемся. А, бомба.
не та бомба, которую я хотел бы видеть. А, это тем более не та бомба, которую... Что ж ты не взорвала червя-то? Тем более не та бомба, которую я хотел бы видеть. Смелтер? А, блин, а мне вообще его надо потрогать. Я не знаю, почему я его не стал брать. Я бы мог его купить, съесть Counterfeit Penny и потом его приролить. Это было бы разумно. Ладно. Ну, я бы не мог его купить, потому что у меня все равно не на что его было покупать. Смелтер, мы его открыли, по-моему, за Аполеона, пройдя. Да куда-то там... Или как мы его открыли? Ну, как-то мы его открыли, короче, неважно. Смысл в чем? Эта штука съедает тринкет и навсегда добавляет его эффект. Сан. Ну нет, на этом этаже смысла никакого. А че я шипов пугаюсь вообще? Я же летаю. Комната, набитая пауками. Что может быть хуже, блин? Хватит с меня пауков, я вчера записывал эту, блин, мерзкую бабу в резиденте, миссис Бейкер. Видеть их уже не могу. О! Вот он, Энви, красавчик. Не вполне понимаю эту комнату. То есть, по сути, меня пихают в комнату с боссом... где он просто сам убивается. Это довольно странно. Так, никаких монет. Первый спуск мы будем очень-очень-очень медленно и спокойно делать. Нам никуда не надо торопиться. Нам нужно просто получить максимальное количество сделок и максимальную выгоду из этого извлечь. А вот потом нам надо будет постараться сделать босс-раш. Хотя бы. Потому что, ну, у нас отнимут 5 предметов, и хотелось бы побольше пассивных предметов набрать, и тем самым обезопасить нужные предметы, которых у нас все равно пока что нет. Ну, сквизи разве что, и дедкат. Жизни дедкат, кстати говоря, могут отняться, когда у нас будут отнимать предметы и делать нас лостом. Это ужасная, ужасная вообще идея. Эдмунд, за что ты так с нами? Но, как есть. Придется с этим прекрасно. У нас немножечко защищена наша сделка теперь. Давайте посмотрим, нет ли здесь секретной комнаты. Есть тут секретная комната, и даже есть деньги в ней. Хорошо, если я найду пару ключей... Ну, первый, понятно, уйдет на сокровищницу, а второй вот я бы мог использовать. Блин. Да ёп. Как-то очень плохо прошло. О, у меня теперь спектрал еще есть. Вот это интересно. Вот этого не знал. Да, Spirit of the Night хорошая вещь. Внезапно. Ну, понятно, что полет это вообще всегда приятно, но я не знал, что он дает спектру. Или, скорее, не помню. Я явно это должен увидеть когда-то. Блин. И вот он наш шанс. Сделки ушел в нули. Иногда комнаты с порталами просто немилосердны к игроку. У меня такое ощущение, что они их занерфили, а теперь обратно исправили, потому что поняли, что уж очень слабо эта фигня стала. Потому что, ну, я не помню, чтобы они спаунили там по два подряд, например. Никогда такого не было. Так. Сейчас главное не умереть от чемпиона. Тихо, тихо. Хорошо.
Очень агрессивное мясо. Так, хорошо, батареечка. Батареечка — это всегда хорошая идея. Всегда хорошая новость. Я имел в виду. Они выпихнули со стенки одного из своих. Забавно. Так. А можно мне ключ? У меня тут сокровищница как бы не открытая. И денег есть на магазин. Нет. Никаких ключей. Что здесь лежит, я просто не помню. Ага, я помню, что здесь лежит. Хорошо, давайте сан используем. Возьмем Wheel of Fortune с собой. И... О! Ну нет! Ну нет, ну это же ужасно. Ну, так нельзя. Дай мне ключ. Ты можешь ключи давать, интересно? Дегас. Почему нет? Немножко здоровья. И еще немножко здоровья. Я бы сказал, что классно, но ни хрена не классно. Мы, по всей видимости, пропускаем на этом этаже сокровищницу. Это вообще не то, что хотелось бы испытать. В этом забеге, во всяком случае. Блин, как? На. Проглядел. Собака там надрывается. Так, умри, пожалуйста. Стейн, а ты, может, умрешь? Оу-оу. Блин, сам дважды. Майн гот. Опять он это делает. Да. Сюда, пожалуйста. Довольно мучительно без повышения урона убивать этого босса. Да и Кайзаку я не притрагивался уже очень давно! Че, сделочку на 0,25%? Нет. Нет. Это мне тоже не нужно. Лачки, пожалуйста. Ой, Синтойл. Ладно, видимо, мне придется взять Синтойл. Это слишком заманчиво. Хрен с ней, с сокровищницей. Пойдемте дальше. Довольно серьезный процент сделки сейчас, и очень не хотелось бы его потерять. Ключ, прекрасно. Хотя бы на этом этаже не останемся без сокровищницы. И не надо, а? Не люблю этих черных червяков, они очень простые для меня. Почему я просто так не сделаю?
Но Спектрал это супер. Спектрал нам очень-очень помогает. Местами. Угу. Бесполезная карта. Ну и, конечно, полет тоже здесь играет свою роль весомую. Оу. В том, что мы не получаем особо по голове. Ох! Как я люблю эту комнату. Кто ее придумал, это просто, я не знаю. Нацисты, возможно. Похоже очень на то, во всяком случае. Ну, конечно. Никаких сделок. Сделки для лохов. Так. Значит, вот прям вот перед... Что за свинство? Прямо перед тем, как мы получили здоровье, защищающее нашу сделку, мы получили урон, который нашу сделку пустил по... Ну, короче говоря, отменил, скажем так. Steam Sale, о да. Только как мне его достать? Так. Машинка для доната не работает. Не надо. Ну а Спектрал и на этих каменных ребят распространяется. Интересно. Он постоял, и у него от этого случилась одышка. Оп. Как все красиво. Ай, иди ты в задницу, машина. Ах, ну конечно. Конечно. Ладно. Найти. Версия Герди не очень-то... Не очень. Откровенно говоря, это было... Пипец как скучно. Так, спидбол. Нужен мне? Я вообще могу спун... Трансформацию сделать. Видимо, придется в комнату с двумя ключами заходить все-таки, с двумя замками. Откуда у меня сердце выпало? Блин, не получилось. Хотел убить эту мышь толстую. А, вот оно.
Я забыл самое главное. Я-то думал, я деньги дополнительные ищу. А здесь еще вон что. Так, грибы. У грибов просто какое-то нездоровое количество здоровья. Нездоровое количество здоровья, да. Именно... Так. Так, хорошо, решено. Мы берем спидбол и ролим птицу. Потому что птица... Нет, просто нет. Вообще не то, что нам нужно. И давайте сходим сначала вниз. Нет, контрфейт пенни мне очень нужен. Я вот не уверен, это то, что в комнате ролит, или то, что по всему этажу валяется. Я надеюсь, по этажу. Да, комнату не поролило, значит, по этажу. Давайте посмотрим, где что у нас теперь. Или что это ролит вообще? D4. Пьедесталы. Наверное, да. Так что спидбол мы не подбираем точно, ребятушки. Боже, ну как так? Ладно, лингербин пусть будет. Может быть, он даже когда-нибудь кому-нибудь нанесет урон. Момс Хиллс тоже, ладно, пусть будет. Все-таки пассивный айтем. Лингербин, бин, опять же, тоже пассивный айтем. А, как я хочу Steam Sale. Пойдемте искать секрет. Нужно выйти вот сюда. И убедиться, что ни тут его нет. Хорошо. Здесь. Тоже. А здесь? Тоже не может быть. Значит, около магазина, что ли? Вот, прям здесь. Да? Хорошо. Мы сейчас попробуем максимально извлечь выгоды здесь. Подтащим сундуки к этому киперу. И взорвем. Ей! Батарейка. Хорошая новость. Мы покупаем Steam Sale. Так, не облажаться, как в тот раз. Ну и, собственно, на этом новости закончились. Я не буду подбирать Swallowed Penny, он, конечно, хорош, но Counterfeit Penny мне полезнее будет, как ни крути. Я не планирую получать так много урона, особенно там, когда Далос туда идет. Хотя, когда Далос туда идет, там деньги уже не особо нужны будут. У нас на каком-то моменте исчезнут магазины с этажей. А, не люблю эти комнаты. Хорошо, еще полет есть хотя бы. Так, минус два. О, как тут долго. Оу. Так, а давай ты вот сюда полетишь. Спасибо. Главное, эта комната никуда не ведет. Я просто ее так по приколу зачистил. Так, здесь у нас что? Еще одна комната по приколу. А, ключи у нас, главное, есть? Есть. Хамкующие твари. У нас есть немножко урона, немножечко чистоты выстрела. И это все, что у нас есть. Минутка позитива. Блин, какой капец.
Я Холлоу не могу убить быстро. Все очень плохо. Ага. Не сегодня. Колючий сундук. А облачко неплохо наносит урон, кстати. Бляха. Как я не получил ничего еще? А, получил таки урон, но это было здорово. Так, это позволит мне стрелять наискосок. Мне это не нужно. А, так, у меня огромный шанс на сделку, но я думаю, что я смогу зарядить Isaac's Heart. Нет. М-м. Да ни за что. Я вдруг понял, что... Блин! Я хрен знает, как я это сделал. Не получить урона там, это чудо. Иначе не назовешь. И здесь тоже, кстати. О! Мать твою. Ху! Нет! Нет! Пижамки! Пижамки, одумайтесь! Ну нет. Я сделку хочу. Бомба. Хорошо. Миссинг постер мне вообще не нужен. Лоста я уже открыл. Этот тринкет носит единственное назначение. Имеет единственное назначение. Он для того, чтобы открыть лоста. Берешь этот постер и идешь в комнату жертвоприношений, которые, кстати говоря, что-то не попадаются нам давно. И страдаешь там. Умираешь, по сути. Там нужно умереть с этим постером, и тогда тебе говорят, что молодец. Такого придурка еще поискать, вот тебе лост. Изначально очень интересно Lost получался, там нужно было целый квест выполнить. Сначала ты открывал части пазла, потом тебе нужно было взять и... ну, собственно, пазл показывал... Да нет, ну что... Пазл показывал, что тебе нужно умереть там... 4. Да, по-моему, 4 раза за разных персонажей в разных обстоятельствах и на разных этажах. Я точно помню, что Азазелем надо было умереть от сатаны. Магдалин должна была умереть от этих с бомбами, которые такие бегают, и сделать это она должна была на пещерах, если я не ошибаюсь. Так, батарейка есть. Хорошо. Значит, сейчас мы приролим это сердце. Я не готов. Не готов так рисковать. Только не так. Да идите вы в задницу все. Убейте меня. Ну давайте. Ну пожалуйста. More options за 3. Неправильно.
карт. О, это соблазнительно очень, на самом деле. Ай-яй-яй, пауки, пауки, не убивайте меня. Так, давайте еще. Chaos. Блин, если бы у меня была гарантия того, что у меня будут эти оставаться открытыми, а? Есть у меня идейка. Сейчас покажу, что я задумал. Блин, на самом деле мы же можем сделку сделать бесплатную, наверное. Но не факт, что она будет. Ладно, давайте второе сердце наколдуем. Сейчас повеселимся. Так, тут еще есть, я смотрю, у нас батарейка в продаже. Так, да, без этого вообще. И ладно, Homing Bombs я тоже возьму, просто потому что это, как это сказать, это пассивный айтем лишний. Dry Baby. Справедливо. Так, Hanged Man, мне вообще не нужна карта. Уф, бомб много стало. Давайте проверим кое-что. Ну, во-первых, конечно. Да, давайте заберем. Бомб. Нет. Ладно. У меня нет для тебя ничего. Умри. One makes you larger. Опять. Сколько можно? Все, пойдемте на босс. У нас все есть, что нам нужно. Людовик Техник отличная штука. Если мы сможем каким-то чудом найти Брим. Я даже готов отдать жизнь одну из наших девяти. Забрим. Брауни. О! Фу. Терпеть не могу этого босса, он очень опасный. Ага. Почему взрываются? Почему не взрываются? Так, сделка. Второй кусок кота. Да, однозначно. И Пиджес тоже. Однозначно. Нужно. Почему, я думаю, понятно. Да, то, что Людовика мы наролили, это просто замечательно. Хорошее приобретение. Так, Counterfeit Penny у нас есть. Он, похоже, немножко даже работает. Да, у нас будет очень много сундуков теперь. И я надеюсь, что как-то расходку мы сможем достать из них. Нужную, чтобы открывать там те же сундуки, двери, все вот это вот. Ага, ладно. Расчет был несколько иной. Угу. Так, хорошо. Этот сундук хотя бы не потребовал от меня ключа. Так. Полеты Людовика. Это просто прогулка в парке теперь с этого момента. Хотя
Хотелось бы, конечно, немножечко повышенную скорость выстрела, но... даже не знаю, что может мне с этим помочь. А, так, мы не будем прыгать к боссу сразу. Это не лучшая мысль в данном случае, потому что, да, мы на некрополе. С мамой шутки плохи. А! Ну, конечно, на самом деле... Нет, это все насчет с мамой шутки плохи. Важно то, что мы не сможем выйти и найти, вот, например... Герди... Игра, перестань меня троллить. Так, и главное на маме не ошибиться и не взять полароид. Это просто сразу уничтожит все. Мы не можем начать Victory Lab, если честно. Какие толстые пауки, а? А, Dry Baby у нас еще есть, ну точно. Нет. Из необходимого, конечно, нам еще очень нужно, чтобы был увеличенный грид. Давно не виделись. Нам очень нужно, чтобы у нас был увеличенный размер нашей слезки, а то нам очень неудобно. Очень неудобно наносить урон. Денег куча. Куда я ломлюсь? Надо закрыть карту, наверное. Куда я ломлюсь? Угу. Понятно. Не здесь. Так, что нам на этом этаже еще может быть нужно? Заряд. Где мой контрфит Пенни? Я случайно унес это с собой. А почему эти взрываются? Я понял. Хе. Ладно. А, стоп. Оставим. Бум-бум. Потому что Калус нам ничего полезного не даст. Калус это просто... иммун. К этим. Зовут. К шипам и больше ничего. Так, босс челлендж, два сундука. Чего нет? Хаск. Один ключ я обратно уже получил. Что, в общем-то? Окей. Умри. Ой. Дрей Бэйби, ты не хочешь немножечко поработать здесь? Блин. Классно, он защищает, мне нравится. Оу! Смотри. И все? Так. Ура! С базовой скоростью это не работает. Базовая скорость, блин. Не круто. Джера. А, мы можем удвоить сундуки в темной комнате. Dark Room. И... может быть, у нас получится собрать кота. В общем-то, по этой же причине я, блин, активно... О, замечательно. Рунбэк. А это уже дает нам много опций всяких разных интересных. Так, мы точно не хотим реролить то, что выпадет с мамы, поэтому мы будем реролить то, что у нас валяется вот здесь. Ладно. BBF. Не лучший предмет, но и не худший. Мами.
Для мамы, для боя с мамой очень, да твою мать. Сейчас мы тут отъедем. Стопудово отъедем. Кот очень удобный для боя с мамой. Этот... Блять, спасибо тебе большое! Муха, я знал, что ты поможешь мне. Вот муха хорошо сейчас появилась, мне понравилось. Так, Бибиев, давай ты где-нибудь взорвешься подальше от меня. Вот, хорошо. Так, внимательно берем негатив. И идем дальше. Без здоровья вообще. И с ужасной мухой, которая может нас убить в любой момент. Что эти штуки драться умеют. Так, Алджис. Хорошо. Давайте так. Мистер Исек. Мешок чего-то неизвестного, короче говоря. Так, Чаби, иди сюда. Чаби, иди сюда. Так, ладно, Фистула тоже не самый плохой босс, не самый сложный, не самый опасный. То, что Алджис у нас кончается, это здорово. Серьезно, мне бы очень не помешала повышенная скорость выстрела. Мне очень тяжело доставлять куда надо. Бам. Свою слезу. Так, я вижу камень. Блеск. Ведь деньги это именно то, что мне сейчас нужно. Нахрен здоровье. Хотя... Явно. Я сюда не пойду. Минус одна жизнь. Плохо. Если подумать, золотые сундуки это очень хорошо сейчас для нас. Потому что мы можем собрать Гаппи, а с Людовика Гаппи это пока оставим. Я забыл. Джер не может удвоить Джеру. Это интересно. Какой кошмар, блин. Совсем забыл про эту штуковину, которая взрывает говно. Плохо получилось. 7 жизней. Тихо. Аккуратно, не подставляться под пауков. О, спасибо. Я посижу здесь. Убью эти порталы.
Убью вот этих вот выскакивающих тварей. Этот рыцарь? Нет, 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 нет. Давай, давай. Подождет. Бомба. В общем-то, на отсутствие консумаблов... Консумаблов, господи. Расходки всякой. Пожаловаться не могу. Хо-хо, спасибо. Очень щедрый сундук. А! Урон внезапно. Это что? Это мистер Фред, что ли? Это мистер Фред. Так, ладно, мистер Фред, подождешь. А, вылезай. Все, можно откинуться назад и ждать, пока босс умрет. Бам! Мистер Фред неприятен на самом деле, когда у тебя обычные слезы, но когда вот так вот с Людовик это делает, это просто... Два здоровья. Так, Хейла — это все статы. Нам немножко не помешает всех статов. И пойдемте еще возьмем здоровье. Сделки не было на этом этаже. Что странно. Ну, на следующем будет точно. Я не думаю, что я смогу столько хп протанчить. Я, конечно, талантлив, но не настолько. Все, пойдемте. Валить отсюда надо. Пора уже закончить хотя бы первый забег. То он часовой. Смотрите, я уже часто бегаю. Блин! Так, у меня два сердца синих осталось. Нет. Будь у меня Брим, я бы взял, не задумываясь. Вот этого надо паука убить. Хе-хе-хе-хе. Полет замечателен. Беркену. Так, вернемся к утверждению, что полет замечателен. Вайрус. Даже не знаю, очень много всего. Там в первой комнате. Ладно, я могу взорвать хотя бы этого. Вот так. Вот так. Прекрасно. Так, давайте, знаете что? Заберем вирус и паролим то, что там лежит. Что здесь лежит-то хоть? А, Temis Head. Infestation. Блин. Осталось две. Ой, одно сердце осталось. Дайм. Прекрасно. Ой, дайм этот. О-о-о-о, забыл! Я так уверен, от них на этот ушел, на камень. Твою мать.
Так, у меня все еще есть одно синее сердце. Надо не забыть свою джеру потом. А, нет. Это вообще пробел. Пробел я отдавать не собираюсь. Мне нужен этот кубик. Только когда я буду уверен, что у меня билд прям выигрышный 100%, тогда я скину кубик. Пока что он мне крайне нужен. Так. Какие-то заряды... А, charged key! Я открывал такую штуку, точно. Ключ, который действует как батарейка. Хорошо, можно забрать Джеру пока. Что там с этой собакой? Извините, если его сильно слышно. Watch your back, backstabber. Я понятия не имею, что это такое. Я открыл это и понятия не имею, что это такое. Кэнсер, ой, а у меня нету тринкета. Точно. Кэнсер это слишком вкусно, чтобы оставлять. Я так понимаю, это должно участить сильно урон, который наносит моя слеза. В силу того, что у меня практически ни хрена нету ни урона, ни частоты выстрела. Да, да. Очень, очень часто стало. Хорошо. Ты еще жив, что ли? Вылез он, блин. Беркену. Бленкрон. Яра. Еще одна Бленкрон. Еще одна Яра. Так, Алджес, хорошо. Наголас. Сколько сердец. Если сейчас в Devil в сделке с дьяволом будет Dark Bomb, то я просто буду счастлив как никогда. Balls of Steel. Отлично. Wolf-up. Отлично. Tears-up. Прекрасно. Великолепно. Эта комната больше дэмэджа нам привнесла и вообще всякого полезного, чем половина забега. Хермит. Нет. Это, к сожалению, если мы умудримся вытащить Даркбама, никак нам не поможет. Плохо. Очень-очень плохо. У меня одно опять, да, сердце? Пойдет. Кстати, точно, у меня же есть этот. Сюда. У меня есть Dry Baby, который мне поможет. Прекрасно. Все сделано аккуратно. Мы идем вниз, надо это тоже не забыть. Cambion Conception, Horror of Babylon. Сколько мне интересно здоровья. Так, еще раз, мы идем вниз. Cambion Conception. Вот так. Cambion Conception прекрасен в контексте длинного забега. У нас будет давайте сначала возьмем ключи и найдем. Ой нет, только не красные призраки. Где второй? Ты знаете, давайте откроем. Все. Ключ. Здрасте. 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 Сделки тут все равно, конечно, не будет. Я не знаю, зачем я так бросился уж прям на этот.
Неплохо. Я очень рассчитывал на голову Гаппи, конечно. Эта муха наносит огромный урон. А, стоп, там этот. Я понял, что там. Я понял, что там звенит. Дайте мне мой... Как это сказать-то? Пятерку. Не смогу я обоих дамажить? Нет, только одного. Класс. Голову Гаппи не получу. Муха открыла мне секрет. Так, Пьюберти. Не задумываясь, я съел эту таблетку, потому что она полезна. Теперь три Пьюберти дают трансформацию. Перкс. Я не знаю, блин, я чуть джер не проюзал. Перкс работает на этаж. Интересно, нет, не на этаж, на комнату. Летайте, летайте. Бам, минус один. Хорошо. Так, еще монеты. Блин, монеты уж девать некуда. Лак почему-то с них практически не набирается. Что это за гадость? Sick. And tired. Answers. Так, у нас здесь есть библиотека. Библиотека — это очень неплохо. О, черный рынок. Так, Грит, что ты здесь делаешь? Пошел вон. Так, хорошо. Что мне здесь может понадобиться? По факту ничего. Вот вообще ничего не нужно. Давайте... Богатенько. Вот так сделаем. Я бы взял Deep Pockets. Да. Маманин ключ брать, пожалуй, не буду. Так, давайте зарядим наш куб. В библиотеку надо идти подготовленным. Ой, ну да, куб собрали. Если библиотека с четырьмя книгами, например. Или если там есть Book of Revelations, я буду очень рад. Ну или Satanic Bible. И то, и другое меня очень порадует. Self-up. Здорово. Или выгоднее Black Market переролить. Я вот даже... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Удача. Батарейка. Так, а Deep Pockets? Я понял. Deep Pockets нам не то чтобы сильно полезно, потому что... Бля, я думал, оно еще и тринкеты это, а оно не это, тринкет. Я охренительно по-русски выражаюсь, блять, понимаю. Плохо, 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 плохо. Book of Revelations. Хорошо. Так, мне еще нужен один заряд. Вообще, вирус должен мне давать черные сердца, по идее. Он об этом только не в курсе, я смотрю. Спасибо. Знаете, что я хочу сделать? Это немножко похабно, учитывая, что у нас D6, но... Верните мне мой рак. Кстати говоря, нет причин не сделать еще и вот так. Ну нафиг, я хочу пройти этот этаж. Так,
Оно здесь не используется. Book of Belial. Библия. Bookworm. Прекрасно. Трансформация. М. Что происходит? Я забакал игру? Если кого-то вдруг удивляет продолжительность происходящего на экране, я предупреждал, что это будет очень долго. Да, возможно, я это порежу, возможно, я это оставлю целиком полностью. Скорее всего, я это целиком полностью... Вставлю. Джера. И еще одна... Блядь, да иди ты в задницу. Как я сатану должен убить с одним этим? С одним сердцем. О! Нет! Да ни за что. Пилбеги, да не. Нет. Вообще нет. Это ужасно этом, который призван заставить кого-либо страдать. В данном случае нас. Взяв его, мы потеряем нашу возможность руны доставать из нашего рунного мешочка. От чего они взорвались? Это возьмем. Так, ключик. The gas. Еще одна. Их вас. Маркано. Эмпресс не нужна. Джера. Еще одна Джера. Все, пойдем. Так. Давайте сходим все-таки. Получим заряд. Добьем уж. Я хочу Габи. Трансформацию у меня отобрать не могут. Я хочу Габи. Блин. О! Прекрасно. Мы вернемся за этой руной. В общем и целом, мы можем спокойно убивать сатану, не думая о том, что он нам нанесет какой-либо урон. Это что? Емхард, да ладно! О, карта. Хэтмит, не нужна. Алджес, берем с собой, идем. Ой-ой-ой, я поторопился, ладно. Не страшно, чуть. Вот. Еще я могу вирус тут немножечко попользовать. Быстрее, у меня руны не бесконечные. Руна как-то молча кончилась. Я вроде специально смотрел, чтобы она мигает, нет? Фу, смог. Хорошо. Прекрасные новости. Давайте вернемся за Джерой, за нашей. Я не понимаю, почему нас зовут в этот... к делириуму. Вот в упор не понимаю. Их вас. Ну ладно, зовут и зовут, нам-то какая разница, правильно? Правильно.
Главное сейчас туда не нырнуть. Все, нормально. Забираем монетку и идем ниже. В темную комнату. Смотрите. Раз. Два. Огромное количество красных сундуков. Нам должно повезти хотя бы с одним из них. Терзап. Прекрасно. Два терзап. Вурп. Еще терзап. Так, давайте вот здесь вот сделаем сначала. Воу, как я там урон-то не получил? Блин. Умри, нахрен, не вижу грида. Ну, никакой удачи. Так, хорошо, это хорошо. Терзап еще. Мне кажется, совершил конкретную ошибку, да? Таблетка, дай мне что-нибудь другое. Давайте все терзап поюзаем. Почему нет? Обожремся и умрем. Не надо пауков. Так, теперь мне нужны сундуки. У меня есть хвост. Кой, в общем-то, дает нам определенный шанс на всякие приятности. А, это не наша была муха. Так, с места сходим. Фу. Да, почему бы и нет, X-Ray Vision. Хорошая вещь. О! Отлично. Успел! Фу. Так, смерть, ты не хочешь? Чё с моим этим? Людовика происходит. Какой-то дебаф от смерти, видимо, был. А, блин! Я умер? Нет, не умер. Пожалуйста, перестаньте это делать. Так, в какой комнате? О! Да, детка. Я живу. Я живу с бафом, что самое интересное. О! Прекрасно, значит, мы идем убивать ангела. На, взорвись. Это сильный ангел. Ну, относительно сильный. Относительно второго. Ключ. Вот так, то есть предметов мне не полагается. Ладно. Этого взрывать не будем. О! Прекрасно. Это был довольно короткий чест. Не чест, как тебя назвать? Ну, не чест, да. Минимаш. Алджес. Хорошо. Так, Unicorn Stomp, давайте потрогаем. Да. Mom's Eye Shadow, полезная вещь. Вот именно поэтому, в том числе. Я хочу, у меня чешутся руки это сделать, но я не посмею. Я могу полностью уничтожить свой билд. Сейчас он, в общем-то, на довольно неплохом уровне находится. Бамбо! Бамбо хочет монетку. Бамбо получит монетку. Пойдем, Бамбо. У меня много монеток, чтобы тебе показать. Блин, ну этот звук постоянный меня просто уже морозит. Даже так забагаться было в игре.
Где мои сундуки? Спасибо. Черт с два. Не. Бамба, забирай монетки. Покерчип мне не нужно. Газ. Славно, посветлее стало. Так, начнем со Стейна. Стейн, вылезай. Славненько. От Стейна мы избавились. Бамба у нас очень быстро вырастет. За счет того, что... О, да! Ага. У меня... Я сломал Людовика, но у меня стало все гораздо лучше, чем было с Людовика. Класс. Да, Infinite Kiss. То, что надо. Я могу спамить их? Вот теперь мне бы, наоборот, пониженную скорость выстрела хотелось бы видеть, но... У меня повышенной-то не было. Это из-за террейта моего, видимо. О, да. Да. Да-да-да. Сол — это прекрасно. Это позволит нам отклонять некоторые выстрелы противников. Кельтик Кросс. Тоже неплохо. Не надо в меня влетать, пожалуйста. И я не понимаю, по какому случаю, но почему-то каждый наш выстрел является выстрелом чармящим, зачаровывающим. И противники начинают между собой меситься дико, меня это радует. Да, 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 плюйтесь друг друга, не в меня. Так, слишком много пробелов. Джера. Так, Алджес надо ставить. А Джера возьмем. Если я вдруг встречу еще сундук такой. Ну, собственно, и все. Тут он будет, либо не будет. Тут может быть сундук. Нет, сундука здесь нет. Эмперор. Да я и так знаю, куда идти, спасибо. Более того, я даже зарядить не могу, да? Тут что? Да. Мусоры там и там. Что в той комнате, которую я переролить хотел? Давайте поглядим. Может быть, там есть какой-то просто пассивный айтем, который мы можем подобрать. Нет. Но мы до него можем добежать. До него бежать недалеко. Можно не лениться. Так, Алджес выберем. Привет! Вот этим хорош, так как... понятно, я не смогу вернуться. Да, мы хотим Victory Lab. Так, все, теперь мы наоборот хотим максимально это все ускорить. Ой, бамба, извини, кушай. Ну, дожидаться, пока бамба покушает, мы точно не будем. Придется тебе, бамба, на ходу это пытаться делать как-то. Мать твою. Что за руна? Алджес еще одна. Это бамба принес? Бамба молодец. Ключик. Что здесь? Блин, ну конечно. Почему нет?
Так, все, что нам нужно, это сокровищница и босс. Сокровищница и босс. Быстро это все надо делать. Хорошо. А, еще магазины, да. Магазины хотелось бы тоже. И второй Steam Sale, это как будет работать? Ноль! Охереть! Бесплатные магазины, ребята. Теперь мне вообще не нужны деньги, то есть... Даже при том, что мне где... О! Отлично! Эх, вас. Так, Алжис Джера, пойдемте. Бамбу подрос. Конечно, блин, получает все монеты. Вообще, которые только есть. Которые видят. И так будет до конца. Бедный Ларри. Даже не понял, что с ним произошло, походу. Так, Experimental Treatment я не беру. More Options. Замечательно. Попалось нам. Это очень большая удача. Cat Online, конечно, возьмем. Это еще больше урона. Урон нам нужен. Правда, это шот спидап, который плохо с этим сочетается, Что, как думаете, минут за 8 управимся? Спидбол. Спун! Так, ну и поскольку все бесплатно, фэнни-пак. Поскольку все бесплатно, я все равно не должен все подряд подбирать. Это очень глупо было с моей стороны сейчас. Да, зачем я подбираю? Пусть бамба питается. Fallen. Левый. Dark Matter. Прекрасно. Еще урон. Плохо. Самое интересное, что мы можем найти, скажем, еще одного этого мертвого кота. Еще получить 9 жизней. По-моему, это довольно интересно с точки зрения прохождения. Полезно было бы очень. Так, хорошо, здоровье. Бамба, иди ешь. Опять ты. Успел. Я успел. Все еще недостаточно долго заряжается, но достаточно выносит все. Хорошо. Так, бамба. Давай. Все, бамба расперла. Саби чирикает. Spades. Это что такое? Something. У меня забрали PhD. Что мне еще интересно забрали? То есть все-таки первый Victory Lab уже ведет к потерям, получается так? Так, бомба забирает.
Так, это... А, это таблетка. Сейчас повеселимся. Так, нет, это мне не нужно. Blue Map, не нужно. Starter Deck, не нужно. BFF, да. Suicide King, ни за что. Вообще, будь это нормальный забег, я бы даже задумываться не стал. Потому что Suicide King — это очень полезная карта, можно хорошенько так навариться на этом. Особенно, когда у тебя есть Deadcat, и ты вообще ничего не боишься. Но, сами понимаете, жизнь надо беречь, потому что дальше у нас будет лост. И где, черт возьми, мой Гаппи? Так, ты покойник. Уйди, умри. Belly Button. Да, Synthoil. Судя по всему, можно подобрать два раза один тот же предмет. Потому что Synthoil я, как видите, брал. Как помните, точнее, не брал. Так, хорошо. Пока ничего. Где чертов кот? Герди. Теперь полноразмерный. Так, Беркенова, давайте. Я так понимаю, с триплшотом у меня на самом деле сейчас максимально. Марк, ну да, почему нет? Почему нет? Пойдемте, пусть это пока здесь полежит, я подумаю на ходу. Хочу ли я это реролить? Если да, то что я хочу получить? Magic Mushroom, на самом деле, самое оптимальное было. Так, я слишком ленивый, чтобы сейчас это двигать. Еще один пассив на этом, ничего я против не имею. Пока мой ТКХ у меня остается, я доволен. Что здесь? Ничего интересного. Не хочу. Все, бамба объелся окончательно. Давай. Хорошо, где же... О, кстати, Компион Концепшн принес свои плоды, видите, он у нас летает. Так, на обратном пути надо будет кое-что сделать. Я тут сообразил, что я могу сделать полезно. Тоже ничего интересного. Столько взрывов. Почему нет? Так, сейчас проверим. Да, мы на капе. Правда, это была не та таблетка, про которую я думал. Компост. Блин, вообще это два используемых айтема, которые мы можем спокойно купить. И зарядив кубик, сюда вернуться. Так, Stars. Так, давайте Алджис тут оставим, потому что мы сюда еще точно придем. Unicorn Stomp. Ну, невыгодно. Мне просто невыгодно сейчас. Давай. Бамба, ты ешь монеты? Я ем все остальное. Так, давайте заберем, кое-что мы мимо бежим. Так, тут еще два заряда в этой комнате. Все умерли. Так, сюда я не попадаю. Пока, во всяком случае. Алджис. Так, у меня есть еще две комнаты, чтобы зарядить кубик. Хорошо. А, батарейка еще есть.
извиняюсь за эту задержку, сам хотел побыстрее это делать все, но, как видите, не получается. Слишком все хорошо идет. Думаю, я возьму Торн Фото. PhD. Hive Mind. Таблетка, феромоны, неважно. Ключ забираем. Бесплатное все. И, в общем-то, мы идем ролить то, что там... Вот, да, что я хотел сделать-то. Почему целиковая? Ага. Угу. Хорошо, то есть на второй забег и дальше у нас целиковое сердце отнимается. Так, Петру. Нет. Стивен и коробка. Давайте Стивена возьмем. Он будет двойной урон у нас наносить, что хорошо. Мне нужен код. Мне срочно нужен код. Так, Dunk Depths. Флэт Пенни. Даже не буду подбирать ключи уже. Смысла не вижу никакого. Джокер. Это что? Вот это что? Кстати, это мой код, помимо всего прочего. Да. Что это? Shade, it follows. Мать твою. Какая криповая хренота-то, а? Стоп. Нет. Неинтересно. Я думал, это будет шарашить ТКС во все стороны. Тогда бы это было просто великолепно. Но нет, как видите. Так, откроем. Ничего интересного не получим. Кертро. Тэмми. Тэмми, ты где? Нет. 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 Еще один. Больше хвостов. Почему бы и нет? У меня какое-то ужасное количество мух со мной летает, и они все бесполезны, потому что все умирает быстрее, чем эти мухи до этого долетают. Так. Фонарь. Ага, Curse of Darkness фонарь убирает. Так, Диплопию давайте купим. И посмотрим, что у нас тут может еще выпасть. Of Clubs. Champion Belt забираем. Это тоже забираем. Magic Fingers. Так, тут есть батарейка, ее надо взять. Паролить. Treasure Map. Да. Картофель резку нет. Тихо. Тогда. О, конечно. Задаря. Почему я кидаю деньги, а не взрываю? Infested. Конечно. Вот он мой D6. Хорошо. Что это за таблетка? Something's wrong. Съедим. Это не... Нет. Не оно. Перки. Так. Кстати говоря, забирать все вот эти, я не вижу причин не забирать все эти. Так, нахер этот жар. Батарейку почему бы и нет. Да, место под тринкет, да. 9 волт, конечно. Еще один пассивный айтем. Обязательно? Это что? Something's wrong. Все. Что ты дашь? Еще сердец. Листок. Отлично, прекрасно, замечательно. Так, преподудите, пожалуйста, я не вижу, что там. А, Curse Immunity. Да, конечно.
Пикки Бэнк. Забираем. Забираем. Не хочу. Не хочу. Да, Тарот Клов, конечно. Да, почему бы и нет. Так, еще один пассив на этом. Почему бы нет? Нет, не нужно. Кейос. Да. Нет. Гимпи, да. Вопс, Ротенхед, нет. Нейл. Нет. Гапперсхед, нет. Вообще, используемые предметы я бы мог просто покупать и оставлять лежать. Скрю, хорошо. Это нет. Хорошо. Да. Чё там, отойдите. Атомы, да. Ни хрена за ними не вижу. Так. Bad Bombs, почему бы и нет? Да. Да, это Orbital. Это что такое, Некрономикон, что ли? Чё там под ним лежит? Какая-то зараза. Вайрус еще один, хорошо. Еда не нужна. Давайте паролем. Вот! Holy Mantle! Black Dead Cat. Sacred Heart, конечно. Black Powder. Этот магазин соло внес такую лепту в нашу победу, что я прям даже не знаю. Так, да, почему бы нет? Да. Левиафан. Так. Еще раз. Core of Babylon еще раз. Вот и Horrible Night to Have a Curse. Так, Scatol. А, нет, это немножечко не то. Так, Wheel of Fortune. Мать твою. Able, да. Lord of the Pit, да. Pact, да. Betrayal. My Shadow. Мясо нахер не нужно. Нет. Вообще я мог бы. Так, Little Chess, да. Godhead, да. Все, помчали. Хватит. Мы очень много потратили времени, а у нас еще босс раш на этом, на кону. Бум. Черт, бум. У нас 30 с чем? А, тут, да, я тут был. Все, дальше. Кейос. Очень важно, что мы достали Кейос. Он нам подсунул 15 жизней. Смотрите на это. Что за грязище? Так. Босс нашли бы вот здесь внизу. Я не знаю, что делать. Это страшная херня огромная, которая за мной летает. Что это? Жара еще одна. Компас. Да, хочу. Очень хочу. Картография, это наше все. Так. Все, давайте отсюда сваливать. Ну, заглянем в магазин по-быстрому, просто чтобы убедиться, что там все так же все круто. Так, Бобби-бомба. Сейчас это начнется вот опять, блин, знаю я себе. А, это нет, это Хомин-бомбс просто. Так, давайте Лазаруса возьмем. Я не собираюсь умирать. Missing Page 2. Мега. Мистер Мега. Еще одна книга. Так, еще один Мистер Исак. Можно взять Керстай. О, блин, я зафейлился сильно. Ладно, пойдемте. Так,
Вот видите, что я могу делать, да? Я могу просто вбегать в кого-нибудь и наслаждаться эффектом. Прощай, мама. Так, негатив. Magic Mushroom. Boss Rush. Да. Это был Bloat. Любимчик многих. Прекрасный босс раш, мне очень нравится, как он проходит. Он сложный. Mm-hmm. У меня такое количество пассивов сейчас, что я при всем желании не смогу понять, что у меня забрали. Керин Квин умерла. Card Against Humanity, да, конечно. Так. Contract from below. Почему бы и нет? Пойдемте отсюда. Мы сделали все, что мы хотели. Знаете, вообще, эта лампочка, по идее, может нам дать больше, чем Кёрцхорн. Нет. Нет. Давайте ее с собой возьмем. Так, мне куда-то сюда. Не знаю, зачем мне бесконечные бомбы, пусть они будут. Давайте посмотрим. Сейчас мы это убьем все. Все, все это вот. Да, он, эта лампочка поднимает все статы вообще, без исключения. Поэтому это гораздо лучше, чем Кёрцхорн, который поднимает только урон, которого у нас так, как грязи. Поэтому давайте возьмем ее с собой. А! Не хамкайте на меня. Здрасте! Босс как будто создан для меня. Крампус! Одной. Lamp of Coal. То, что надо. Так, ну, в общем-то, мы локомотивом несемся вперед. Это замечательно. Я бы очень был рад, если бы сделка действительно была сделкой. И я избавился, наконец-то, от этого мерзкого, надоедливого... 99, 99... Монет, монет! Я где-то с монетами... Там еще один кенсер? А как они два работать будут? Подождите. А, он не подбирается. Понятно. Никак. Ответ правильный. Джеру, да, забираем с собой. А, ну почему ты такой долгий, умри. А, эти не умирают, окей. Я не успел начать заряжать. Это что? Depression. Может быть лучше. Все вниз, хорошо. Этот вот проход к делириуму пихают очень неудобно, раз за разом умри, глотани. Да. The moon. Стоп, где моя джера? Честно заработанная.
Вот она. Дикин. Оу! Вот так даже. Слушайте, ну давайте здраво. Что мне может еще понадобиться на этом вот этапе? А с каких пор оно еще и хоминг стало? Ну, без самонадеющейся. Ладно. Не суть, не суть. Все хорошо. Так, мы не будем это джерить даже. Бомбербой. Тут двойные сундуки выпадают. Из-за того, что у меня контракт да, from below. Но опять же, я не знаю, что я мог бы хотеть здесь, поэтому давайте просто раздавим этого несчастного Лэмбо и... Вот. Нам дали еще одну таблетку с вами. Замечательно. У меня Curse Immunity отобрали. У меня отобрали Metacaxe. Я все еще не лост. То есть на самом деле мне придется пройти 3 раза и потом еще за лоста. Серафим. У меня отобрали все мои орбиталки, я вижу, и у меня стало поменьше урона. Магазины еще есть. Это просто подло. Ну ладно, забрать там, я не знаю, один Steam Sale, но два. У меня Gold Head до сих пор есть. Balls of Steel. И у меня опять отобрали мой... Мне отобрали второй тринкет еще. Отобрали PhD мой. Так, давайте мы возьмем. Так сделаем, я не хочу. Второе. А, это первое! Мне вернули мою муху! У-у-у! У меня такое ощущение, что сокровищница... Кстати, у нас 8 дополнительных жизней, я даже не понимаю, что могло остаться. Нет. Так. Полифимус. Да. Кейос все еще есть, он все еще работает. Нет. Да ладно. У меня есть он? Да, у меня есть такой мешок уже. Эпис Хэд. Нет. Эпис Тейл. Не знаю, есть ли он у меня, поэтому давайте возьмем. Так, Pay to Play. Неплохая на самом деле штука. Может его взять? Нет, не нужно. Пусть лучше Кэнсер будет. Так, ну, собственно, на данном моменте я просто могу спокойно собирать любые пассивные айтемы и радоваться жизни. Так, Balls of Steel. Ну, поскольку мой PhD отобрали, я не буду ничего тут хавать. Почему-то они все черные, почему, непонятно. Так, в магазин сначала. Дальше тем лучше. Пьюрити. Энсис. Не, так все есть. Мне не надо. М-да.
Где мой Бамбо? Нет, Бамбо! Бамбо! Они забрали тебя. Ну, ё-моё. Все, ребят. Все, забег закончен. Без Бамбо я никуда не пойду. Мерзкая версия Регмана. Не более того. Блеск. И убираем это красное здоровье. Нахрен оно мне надо. Прекрасно. У меня какое-то как отмороженное количество жизни опять стало. Я надеюсь, хотя бы половина из этого сохранится до лоста. Мы каждый раз находим снова и снова этот кошку. Блин, я и не вижу, куда я бегу, что я делаю, я вообще ничего не понимаю. Видика. Видимо, это закономерно. О, блин, это может быть прекрасно. О, да. Я не могу не взять. Подождите, это шот спид? Да, это шот спид. Или это не шот спид? Ну ладно, хрен с ним. Я все-таки с канцером лучше. Канцер очень часто дамажит. До свидания. Тарди тач я могу взять вполне. Догфуд нет, не хочу. Дайм тоже заберем. Николай, пойдемте дальше. Так, зайдем. Выйдем. Видите, если грид-мод ломать, в определенный момент ты приходишь к такому состоянию своего персонажа, что ты уже даже не представляешь сам, чем ты можешь его еще усилить. Вот это... Это тот случай! Давайте просто купим ее, чтобы купить. У меня еще есть ресток, и он работает. О, нет! М-м-м. Уйди, противная вещь. Так, давайте возьмем Little Horn, возьмем Доу. Возьмем Мамс Парфюм, это еще не... должно быть, во всяком случае. Еще немного тердовая, ну, как сказать-то... Задержки между выстрелом, это... Нечто, что увеличивает наше... Без того великолепное положение. Давайте еще одного бомбербоя возьмем. Почему нет? По сути, это повышает частоту выстрела еще больше. Скажем, Кенсер так работает, так работает. Что так еще работает? Ну вот этот Мамс Парфюм так работает, я не хочу ждать. Нападало. Пролетаешь мимо группы мобов. Здрасте. Толстенькие вы были. Не сразу умерли. Гимпи! Больше гимпи. Так, ну. Еще одного мертвого кота я явно не найду. Что за таблетки, я не знаю, поэтому заберем Magician и пойдем дальше. Хорошо. Хотя бы моя мантия со мной все еще. Это фаермент или эксплозива? У меня денег нет? Чего? Без надобности.
вообще не парился подбирать деньги, и вот к чему это привело. У меня кончились деньги. Они не сказать, что нужны мне сильно. Соул, конечно, берем. Это нам очень поможет на лосте, если останется, конечно, с нами. Так, аккуратно, берем негатив. Проверяем, что у нас здесь. Так, 7 минут. Так, я могу еще одну эту ебаку с собой взять. Да, двое, офигеть. Так, я хочу. Да, вообще, повышение удачи было бы очень неплохо. Почему я не могу их поставить в одну? Что у меня со слезами стало? Почему они такие огромные? Так, умри. Ты умри. Так, это что, Джера? То есть где-то вот тут в центре примерно надо поставить. Блоут, еще кто-то. Кто-то и еще кто-то. Смерть. Поздно. Приходи в другой раз. А! Всадник. Фиштейлс. Also stings. Видимо, это еще больше отравления от... О! Мега Фэти был. Все? Закончилось? Нахер этот супермагнит? Где мой кэнсер? Дуалити. Прекрасно. Это прекрасно. Так. Пойдемте дальше. Фишка в том, что дуалити позволит на лосте нам спавнить комнаты с ангелом. Возможно, это как-то нам Holy Mantle позволит установить, если ее вдруг заберут. Тьфу-тьфу-тьфу. Часы забрали. Стопвотч. Мама с Герди. До свидания. More of the Void. Конечно. Иди ко мне. Так, пакт. Стивен. Стивен, конечно. Вы знаете, пакт... Это все еще немножко урона. Без потери. А, ну да! Я понял. Я же этот... Плащик взял. Который удваивает действие карт. Как я его прошиб через эту фигню? Мол, давайте действие. Стоп, а мне кажется, или я могу сейчас спокойно игру ломать? Ну-ка. Сейчас я посмотрю. Смотрите. Мы берем, выкидываем Джеро. А, ну да, Джеро не удваивает. Я понял, не получится игру сломать. Не очень-то и хотелось. Ну
Ну, что ты можешь мне предложить, милейший? Сапую. Самую нелепую смерть в мире он мне может предложить. Мистер Бум. Ну как хер мне ваш мистер Бум. Ладно. Нет, на Хаши я не пойду. Пойдемте вниз. Сколько у нас здоровья абсолютно не важно, потому что следующий забег будет уже лостом. У лоста вообще здоровья нету. Дактейпс, так. А, это дактейп ломает этих. Я понял. Наших фолловеров. Мне бы Джеру найти. Не то, чтобы мне что-то нужно было уже. Хорошо. Спускаемся ниже. Самое забавное, что я понятия не имею, остались ли у меня, например, мои жизни, когда на лосте появляюсь. Так, ну и... Что за пачка карт? Эмперор. Давайте сделаем это красиво. Нам всего-то одна Джер нужна, правильно? Чтобы это было по-настоящему круто. Хорошо, забираем Бобстерс. Почему так медленно? Contact from below. Опять же, нас кинет на лоста. И отнимет очень много айтемов. Я хочу максимально увериться в том, что это будет не... Полимантл и не Дэдкат. Так, здесь делать нечего. Главное сходу на босса не влететь, я... О, орбиталк. Я бы хотел все-таки вернуться туда. Почему мой этот мешок вообще не хочет мне ничего давать? Почему не взял батарейку, я не знаю. Захотелось. Или не захотелось, если точнее. Дай ты мне Джеру одну. Просто одну Джеру. Я буду доволен. Ладно, так или иначе, пассивных айтемов там куча лежит, поэтому давайте туда вернемся. А потом мы Эмперором просто прыгнем к боссу сразу. Little Unicorn. О, вторая. Где второй летает? А вон он. Класс, их реально может быть два. Алджис, да, стоит взять. И не для этого боя, а для
очень далекого боя. Еще одна лучше. Ладно, может и пешком вернемся. Как долго они умирают все-таки? Умри. Так, хорошо. И... блеск. Отлично. Все пассивные айтемы. Чудесно. Давайте две алжис возьмем. Пирити. И обе. Я сказал обе. Оставим на лоста. Мне сейчас оно точно не понадобится. Если я смогу сохранить свою Людовика, это будет, в общем-то, хорошо. Если я смогу сохранить Holy Mantle при этом, это будет великолепно. Yes! Lost. Мы lost. И... мы должны пройти лостом теперь, мама родная. Что за ужас здесь творится? Holy Mantle вроде бы осталось. Вот это вот белое свечение вокруг меня очень похоже на то, что оно осталось. Deadcat бы найти. Чтобы еще больше не знать, сколько у меня жизни. Но я буду знать, насколько их больше. Да ладно, пассив на этом, почему нет? Если бы мне нужно было, чтобы у меня... ну, чтобы... если бы у меня не был разблокирован мега-сатана... что-то я как-то очень странно начал строить это предложение. Я бы просто взял с собой этот ключ и пошел. Потому что D6 мне уже не нужен, сами видите. Вообще нахер не впёрся. Contract from below все еще работает. Магазинов нет. Здравствуй, монстр. Здрасте. Ой. Делириус. Ты что? Ты что делаешь? Интересненько. Давайте заберем. В общем-то, сейчас комната за меня чистит. Суккубы, инкубы, кто там. Стики бомбс, больше пассивных айтемов. Матчбук, да. 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 Кейс все еще работает. Все еще работает странно. 2.07 тем временем, я охерею. Сколько-то дополнительных жизней у меня обязано быть. The Mind. Конечно, The Mind. Помимо того, что это очень хороший айтем, который, ну, пусть сейчас и перекрывается со всем, чем только можно у меня, но все-таки он еще и... еще немножко страховки даст, наверное. Не знаю, сколько и чего у меня забрали. У меня вон это облако есть, оказывается. Taken.
У меня есть Holy Mantle. Диплопия. Блин. Слишком вкусно. Надо забрать. К черту этого Делириуса. Так, сюда. Его что, закатало сквозь его... эту... кочерыжку? Нет. М-м. Я даже ради пассивного айтема не буду это брать. Это убьет меня. Понял, если они складываются, кладешь им на голову еще одну бомбу, и они довольны. Так, сюда. Прости. Ладно. Согласен. Это можно взять. Или толчада можно взять. Стоп, я ключ-то собрал? Нет, я забыл. Второй... А, стоп, это не тот ангел вызвался просто, я понял. Что это за уроды были вообще? А-а. Не, зачем? Magic's Cup. Ничего кроме удачи, но... тоже полезно. Да, орбиталка очень хорошо. Нужна орбиталка. Black Bean. Какой это был ангел? Я не знаю. Ю. Все, больше тут ничего ловить не нужно. И не будем. И побежали. Мама, да? Да. Так, не полароид. Здесь что? Здесь два ангела? Что? Энсис. Так, давайте так. Используем... да? Так, здесь Piggy Bank, Set Bombs. Да умри ты уже, какой же долгий этот босс. В общем-то, босс раш я делаю в третий раз уже, потому что это халявный айтем. Понятно, что мне он вообще никакой помощи. Это уже... ну, мне просто некуда лучше еще экипироваться. Ух, Брауни там просто схавала этими. Где он? Неважно, умер. Фоллен. Нет, 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 никакие глупости, адмиссари. Ангел, тоже никакие глупости, пожалуйста. Мы вашего брата уже это избивали. О, до бесконечности плохо, все плохо. Я получил урон. Хорошо.
Это не пассивное, это. Что, в общем-то, меня немножко огорчает. Ну, пойдемте дальше. Я все правильно? Я негатив взял? Да, негатив взял. Молодец. Так. Сейчас сюда. Знаете, я, пожалуй, хочу проклятую комнату посетить. Я могу оба забрать, да? What the fuck is this? Не, я не против, вы не подумайте, я только за. Это очень странно. Так. Черед. Не-не-не-не-не-не-не. Какой кошмар. Хорошо, что мы собрали настолько опешный билд. Есть еще одна забавная штука. Дойти до самый быстрый конкурс в мире. Доу. Возьмем. Дойти до Лэмбо, не подобрав ничего с земли. Но это я буду, наверное, делать за кадром, потому что это абсолютно ужасно. И абсолютно ужасно, это очень мягкая характеристика, по-моему, для этого. Да ё-моё, чё я сюда вообще зашел? Я же вижу карту. Тихо, спокойно все. Nine Volt. То есть у меня настолько мощные слезы, что я могу аж костры ломать? Или что это вообще? Как это понять, то, что сейчас произошло? Синие костры. Обычно это понятно. Не про них речь. Так. Иди тоже вон. Ой, не Фоллен, как тебя зовут-то? Даркман. Сатана, я пришел к тебе. Я вот теперь думаю, хочу ли я проходить чест полностью, или я могу просто нажать Emperor и не париться. Очень быстро, очень аккуратно. Все прям как надо. Фу, ладно. Ну и бред. Знаете, нет, я не хочу целиком его проходить. Мне просто лень уже. Да! Хочу! Реран! Наконец-то! Мы это сделали. Все, дальше можно немножко расслабиться. Но делать этого я, конечно... О, блин. Ладно, сойдет. Делать это я, конечно, не буду. Да? Да дай, прекрасно. Я столько, блин, уже забегов сделал в этом и ни разу не нашел Isaac's Ladder. Это абсолютно великолепный новый айтем. О, Magic Mash. У нас забрали многое. Ой, какой большой. А, ну да, нас же это увеличило.
Так, на случай, если там Black Market. Ага, нас это забрали. Может, тогда вернете мне мои эти? А, и все, я не сделал уже. Хотел попробовать ничего не подбирать в этом забеге. Но, как видите. Тут до автоматизма это доведено. Я, наверное, потом все-таки за кадром это сделаю, потому что... Это ужасно. Это просто ужасно. Я даже подумать не могу о таком. А! О, время зарядки. Оно есть. Ей, у нас есть жизни. Надо быть аккуратнее, я понял. Стоп, вы хотите... У меня больше нет Holy Mantle. У меня нет Holy Mantle. У меня нет шанса пройти Делириума. Давайте, откровенно. Я просто не смогу. Просто. Фу, блядь. Просто пропуск уровня. Просто. Заклинил немножко. Так, ладно. Ладно, у меня остался мой гапик как минимум. Еще у меня всякого разного много. Кошмар. Надо такие страшные звуки сдавать. Metal Plate. Ладно, поможет. Всяко лучше. Прощай, Стейн, что с тебя выпало? Сквизи! То, чтобы мне это сильно нужно было, пойдемте дальше. Шансов на... Ой, какой короткий этаж, я доволен. Еще там босс челлендж рум есть, что тоже хорошо. В нем ничего нет полезного для нас, и тут... Ладно, у нас все еще работает Chaos. Нам нужно дойти. Опасно было. Ну ладно, я все еще зачищаю комнату просто в один этот чих. Давайте заберем. Почему нет? Немножко урона. Очень немножко. 0.31 это прям вот вообще. Немножко. Здрасте. Ладно, я понял, никаких. Никаких комнатенок ангела не будет. Хорошо, продолжаем наше движение. Никаких комнатенок ангела не будет, и мне не достанется Holy Mantle, очевидно. Как бы я хотел. С другой стороны, у меня Chaos работает. То есть я могу найти что-то полезное. И так, чудом, что называется. Здесь Satanic Bible, очень полезно это на лости вообще топ. Ёб твою мать, я не убил. Хорошо, я все еще юзаю кота. Mom's underwear. Что здесь? The nail. Empty vessel. Empty vessel — это вообще очень хорошо. Да. Это очень хорошо. Давайте надеяться, что... Тихо. Да ёб... Твою мать.
Меня вообще не парит, я расслабился. Если я сидел до этого напряженный, то сейчас я просто такой. Похеру метель. Это не очень правильно, на самом деле. Это меня приведет к проигрышу. Возможно. Я не хочу проигрывать. Придите все. Откуда у меня эта пакость, которая за мной больше не летает? Да. Sack of Pennies. Так, у меня все еще есть бэкстеббер. Empty Vessel сработала. Так, ну давайте посмотрим, что здесь есть. Континуум. Я готов ради этого подраться с боссами. С Блоутом в том числе. Хотя это был не Блоут, по-моему, да? Так, это чемпионская версия, не очень страшная. Эй, вы Стивены! Звучит как обзывательство какое-то. Слышь, ты чё, Стивен, что ли? Ну чё? Ну и где? Так, давай спокойно, вот не надо этого тут. А, там летает эта гадость. Не летает больше. Гадость сама ликвидировалась. Я просто старательно посылаю волны. Я изображаю из себя Хаша. Кэрин Куин! Вот тебе! Так, оно умерло, чтоб там... А, там эта маска была, я понял. Все вспомнил, точнее. Что здесь? Четвертак! Я за четвертак делал босс раш. Пофигу, давайте негатив возьмем. Если нас что-то убьет, то оно умрет тоже. Хотя бы так. Очень короткий первый ум, отлично. Так, вот эта штука тоже нахрен не нужна. Эпспо. Не знаю, зачем я ее взял. Мне что-то, что-то не нужно. Знаете, мне что не очень нравится? Мне, возможно, придется Хаша убивать с этим. Чтобы до делириума добраться. Знаете, я буду просто проходить насквозь эти комнаты. А если мне придется убивать Хаша, я расстроюсь. Потому что я ненавижу Хаша. Кто любит Хаша вообще? У меня столько мух. Это просто капец. Вот, да, вот что-то такое происходит. И да, видимо, мне придется идти на Хаша. Плохие новости. Дамы и господа. Алджис. Хорошие новости, дамы и господа. The Sun. Pool. Ты кто? А, это Little Monstro. Я его не видел, я его не трогал. Теперь я его потрогал. Я потрогал маленького монстра. Как бы бредово это ни звучало. Давайте, вперед! На Хаша!
Видели, как я ему... Блядь, я испугался. Первой тычкой своей, как я ему вынес много хп. Это из-за того, что... После того, как его некоторое время не дамажишь, у него... Исчезает... Порядка урона ненадолго. Что, в общем-то, мне очень на руку, сами понимаете. Все, сиди там. Отвратительная атака, не делай ее больше. Не надо. Не надо! Я хочу Алджис на Делириума сохранить, поэтому я, собственно, его еще не поюзал. Я убил его! Фу! Вот как так. Все, идем. Войд. Войд. Еле попал, блин. Что за больной этаж? Ой-ой-ой, много, как много-то, ё-моё, 6 штук. Чемпионская версия Сколикса. Потому что обычный недостаточно надоедлив, очевидно. Мистер Бум мне нафиг не нужен. Как и Лапана. Лучше мы будем с Лапой, чем... Класс. Смело просто волной. А вот это, кстати говоря, странно. Почему честовые Делириум? Так, я могу его убить. Я его убью. Именно из-за того, что Алджис, я его могу убить. Он умер. Где он только? Нет, не умер, смотрите. Чего, мами? Умри, пожалуйста. Фу. И это Делириум Залоста. Когда я начинал 2,5 часа назад эту всю херню, я и понадеяться не мог на такой забавный результат. Что ж, и Алджис до сих пор длится. Какого черта? А, накидка. Тартклов. Точно. Что ж, я вас всех поздравляю с этим достижением. Мы очень большую проблему сейчас убрали с пути. Оно не считается. Оно не считается, это все было зря. Ладно, неважно. Я справлюсь еще раз. Справился один раз, справлюсь еще. А вам большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там, комментируйте, друзей зовите, всему буду очень рад, всего хорошего, пока!